Сотрудники Самопальской библиотеки имени Бориса Викторовича Шергина предлагают вашему вниманию подборку книг из серии «Страницы истории нашей Родины. Слава русских моряков». «Страницы истории нашей Родины» – научно-популярная книжная серия, выпускавшаяся издательством «Наука» в Москве и его отделениями в Ленинграде и Новосибирске в 1970-90-е годы. Серия книг из небольших исторических повестей о людях и событиях из истории России. Книги о великих полководцах, ученых, путешественниках, о военных операциях и научных открытиях. Авторы – известные писатели Маркуша, Тихомиров, Бахревский и другие. Иллюстрировали серию замечательные художники. В книгах много карт, адаптированных для детей. Эти книги несут в себе знания по истории и географии, адаптированные для ребенка. Мы предлагаем вашему вниманию подборку о моряках и морских победах. Александр Дорофеев. «Путь наш далек». Эта книга посвящена замечательному историческому событию времен Петра I – созданию первого российского флота. Трудности и достижения, ошибки и радости, пиры и шторма – события 300-летней давности предстают живыми и яркими, со свистом ветра, волнами под килем, пушечными выстрелами и барабанным боем. Вот первые русские корабли идут под Двине в Белое море. Петр I стоит на палубе, и многие мысли проносятся в голове его, как птицы-буревестники. Живо представить себе исторические события помогают иллюстрации Сергея Бордюга. Еще одна книга Александра Дорофеева «Ключ от моря». Рассказ о взятии русской армии и флотом во главе с Петром I крепости Азов, как и для чего воевали в XVIII веке, как происходила осада, что такое минные подкопы и какую роль в штурме крепости может сыграть флот. Обо всем этом рассказано простым, понятным языком, динамично и живо. Петр I предстает в этой книге не только мудрым и дальновидным правителем, но и живым человеком со своими мечтами и сомнениями, радостями и разочарованиями, тревогами и заботами. Яркая страница истории России оживает в рассказе Александра Дорофеева и в иллюстрациях Сергея Бордюга. Владислав Бахревский, Семен Дежнев. Это рассказ о русском путешественнике, землепроходце, мореходе, исследователе Северной Восточной Сибири и Северной Америки, казачьем атамане и торговце пушниной Семене Дежневе. Семен Дежнев совершил великое открытие. Его морской поход доказал, что Азия и Америка разделены между собой морским проливом. Этот пролив носит имя другого славного мореплавателя – Беринга, но первым из европейцев этим проливом прошел казак Семен Дежнев. В честь его плавания Большой Чукотский нос называется теперь мысом Дежнева. А вот книга Олега Орлова «К неведомым берегам» как раз рассказывает об экспедиции Витуса Беринга. Витус Беринг – датский мореплаватель, был приглашен на службу в российский флот Петром I. Экспедиция, которую он возглавлял, должна была проверить, соединяются ли между собой материки Азия и Америка. В 1725 году они покинули Петербург и до Якутска отправились на санях. Только осенью 1740 года в Охотске были спущены на воду два корабля, которые долгое время пробирались через неизвестное и неспокойное море, названное в дальнейшем Беринговым. Анатолий Лейкин. «Во льдах и снегах Таймыра». Если посмотреть на карту, между устьями великих сибирских рек Лены и Енисея расположился огромный в сотни тысяч квадратных километров полуостров Таймыр. Далеко вклинился он в воды Северного Ледовитого океана. Кажется, отсюда до полюса рукой подать. Почти 9 месяцев в году таймырскую землю покрывают льды и снега. Лишь на короткий срок их сменяет белый оленей мох Ягель. Полгода
солнце вовсе не появляется в небе. Зимой постоянные жестокие морозы с пронизывающим ветром, пурга. А люди все равно живут здесь, пасут оленей, ловят рыбу, продолжают изучать этот суровый северный край. 250 лет назад о Таймыре знали лишь понаслышке. По-настоящему открыли Таймыр лишь участники Великой Северной экспедиции 1733-45 годов. Открытия доставались нелегко, за них платили тяжелыми лишениями, а иногда жизнью. В составлении карты полуострова Таймыра особенно велика заслуга штурмана Семена Ивановича Челюскина. Недаром самая северная точка полуострова впоследствии была названа его именем – мыс Челюскина. Натан Эйдельман. «Что там за морем, океаном?» Эта книга о русском ученом, путешественнике XVIII века, открывателе Камчатки Степане Петровиче Крашенинникове. Вместе с героем этой исторической повести читатель совершит трудное, невероятно интересное путешествие через всю страну на далекую, неизведанную Камчатку. Простой и понятный для ребенка текст замечательного историка Натана Эйдельмана дополняют неяркие, но очень подробные иллюстрации Сергея Бордюка. Книга об еще одной странице в открытиях нашей страны. Елена Матвеева «Полярная звезда». Эта небольшая книга рассказывает о детских годах и полярной экспедиции Георгия Яковлевича Судова, к сожалению, закончившейся трагически.